Улица Новоселов, полдень 12 февраля. Автомобиль и автобус не поделили дорогу. Обошлось без пострадавших. Легковушка получила механические повреждения. В ГИБДД уточняются все обстоятельства произошедшего. Всего за 12 часов этого дня в городе зафиксировано 10 ДТП. Все они без пострадавших. Под ударом оказались только бамперы и крылья. В связи со сложившимися погодными условиями госавтоинспекция призывает всех участников дорожного движения быть особенно внимательными при движении. Выпадение значительного количества снега, перепады температур – все это влияет на образование наледи, скользкости на проезжей части. Поэтому водителям необходимо соблюдать боковой интервал, дистанцию, обратить внимание на соблюдение скоростного режима, а также исключить случаи выполнения резких маневров. Синоптики и вовсе пророчили 35-часовую метель. Ухудшение видимости до 1000 метров и порывы ветра до 18 метров в секунду. Гололед, на котором встречаются две фуры. Или машина, которая уходит в снежный занос. Все эти ДТП произошли 12 февраля. Но аккуратнее нужно быть не только водителям. Пешеходам при пересечении проезжей части необходимо быть особенно внимательными, правильно оценивать расстояние, скорость транспортного средства и предпринять все действия, чтобы переход был безопасным. В госавтоинспекции добавили, что выполнение этих предостережений поможет избежать опасных ситуаций на дороге. Валерий Седов, Михаил Лазуткин, телекомпания «Корот».